Если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси будет настаивать на своем визите на Тайвань, Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Джао Линзянь сегодня на межведомственной пресс-конференции в Пекине. Эту информацию агентство Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. Эти слова Джао Линзянь произнес, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что в августе Нэнси Пелоси планирует посетить Тайвань, что может стать первым визитом спикера Палаты представителей Конгресса США на Тайвань за 25 лет. Китай просит американскую сторону строго соблюдать принцип одного Китая и положение трех совместных китайско-американских коммюнике, не организовывать визит Нэнси Пелоси на Тайвань, прекратить официальные обмены с Тайванем, прекратить создавать напряженность в Тайваньском проливе, а также реальными действиями на практике выполнять свое обещание не поддерживать так называемую независимость Тайваня. Если США будут настаивать на своем, Китай обязательно примет решительные и сильные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Все вытекающие из этого последствия лягут на плечи США, подчеркнул официальный представитель МИД КНР. Напомним, что экс-министр обороны США Марк Эспер на этой неделе посетил Тайвань и во время встречи с главой администрации Тайваня поставил под сомнение принцип одного Китая, призвав Вашингтон отойти от своей политики и стратегической неоднозначности в отношении Тайваня. В ответ на просьбу прокомментировать высказывание Марка Эспера, Джао Линцзянь повторил, что принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений. Китай решительно выступает против того, чтобы кто бы там ни был вмешивался в его внутренние дела и наносил ущерб интересам Китая. Бахыл Кучманов, Агыл Уланбек, Улун, Nazarnews.